Столовую садика в Солнечном превратили в детский ресторан, а обычное меню сделали авторским. Теперь ребятишки едят не простой борщ, а вегетарианский, а вместо пудинга – суфле. Повара изменили не только название, но и сами блюда. Обычная каша стала полосатой из нескольких круп, а в морковный салат добавили яблоко. Сделали это для того, чтобы дошколята лучше ели, и результатов добились, говорят воспитатели. Теперь дети с удовольствием идут в свой ресторан. Я люблю кашу. А почему? Потому что она самая вкусная. Мое блюдо – гречка и котлеты. У меня картошка с котлетой.